Крупнейшие нефтедобывающие страны обсуждают возможности технологии блокчейн. Как сообщает Cointelegraph, крупнейшие экспортеры нефти в мире обсудили перспективы технологии на Совете сотрудничества стран Персидского залива GCC. Идея использования новой технологии поступила от Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас Дубай реализует новую блокчейн-стратегию – Dubai Blockchain Strategy, которая позволит создать умный город и к 2020 году использовать технологию блокчейн во всех государственных учреждениях. Также технологию планируют использовать при поставках нефти. Такой подход сделает процесс более прозрачным, а совместное использование смарт-контрактов и технологий распределенного реестра сократит необходимость в бумажной работе до минимума.